This is Fivebox KOK Hero Series 2019. We are live on Fivebox KOK Super Fight. Blue corner, fighter representing Bosnia and Herzegovina, Jasmin Radic. Его оппонент Семир Делич, также из Боснии и Герцеговины, и тот боец, о котором я уже косвенно упоминал, вот он в свои 22 года имеет 44 победных боя, 7 поражений и одну ничью. Бойцы сходятся в центре ринга для финального инструктажа. Ну, все его обычно знают, но протоколы требуют. Итак, смотрим. Соответственно, красные перчатки, синие шорты Семир Делич. И наоборот, синие перчатки, красные с черным шорты Ясмин Рамич. Первая атака была немного неудачной, там, ниже пояса. И сейчас попытку супермен-панча Ясмин Рамич пытается провести. В общем-то, абсолютно не боится он ни своего соперника, ни его грозного рекорда в 44 победы. Ну и продолжает давление Рамич сейчас. Здесь прихват. Да, здесь с дистанции атаковал Ясмин Рамич. Размен лоу-киками. Пару боковых и лоу, но вся атака получилась не тяжелая, такие удары смазанные. Опять очень много суеты в действиях Ясмина. Набегает на соперника, причем не очень технично работает, то есть не выжидает момента, то есть просто основная задача так вот с прыжка подбежать и ударить. Как говорил Александр Поветкин, вдарить. Лоу-кик и такой же, кстати, суетливый стиль, то ли
перенял, то ли тоже выбрал Тейлор Делич. Вот подловил момент, упал Ясмин, но опять-таки это не нокдаун. Размен лоу-киками, продолжает давление Рамич. Но давление просто, вот такое ощущение, что давление ради давления. Потому что, ну, убрал бы половину вот этих раздергиваний, половину финтов, и тут даже финтами это сложно назвать, и толку было бы намного больше. То есть, уперся, встал на ногах. И выстреливает более точными, четкими ударами. Вот сейчас, возможно, на фоне усталости, которая наступит ближе ко второму раунду, мы как раз увидим смену рисунка боя также. Пятнадцать секунд до завершения первой трехминутки. Оттяжка. Боковой пропускает мимо себя Тейлор Делич. Итак, второй раунд. Пытается встречать Ясмин. И поддавил неплохо. Правда, не удалось запереть пока ему Делича в углу, зато удалось прижать на некоторое время к канатам, причем пробить несколько боковых по корпусу под локти. Но ощущение, что за счет вот желания набросать как можно больше ударов, Ясмин жертвует силой этих ударов. Ну, понятно, что ты не можешь с высокой скоростью и с высокой плотностью, наверное, пробивать силовые удары, потому что, ну, просто физически очень тяжело, то есть таких талантов считанные единицы, что в боксе, что в кикбоксинге, что в ММА, и то все равно, то есть против физиологии и анатомии не попрешь. То есть, так или иначе, ты не можешь проводить серию из там 8, например, акцентированных тяжелых ударов, причем делать это регулярно. То есть, 3 серии это, ну, просто нереально, мне кажется, сделать. То есть, так или иначе, какие-то удары будут легкие, либо какие-то удары будут медленные. Ух ты, здесь сейчас, ну, совсем неправильно поступил Ясмин Рамич. Попал так попал. Ну, то есть, понятное дело, что это было не намеренно, но, в общем, стоило, наверное, пробить удар поточнее, потому что тут получилось, что вложился. Ну, хорошо, что у кикбоксеров есть паховая раковина. Ну и, кстати, надо отметить, что Рамич-то более-менее вот сейчас успокоился уже, то есть с дистанции работает, удары поточнее. Но, с другой стороны, сейчас вернемся к предыдущему эпизоду, там тоже удивительно, что рефери ни слова не сказал Рамичу, потому что, ну, удар-то был ниже пояса, да, пускай неумышленный, но, тем не менее, все-таки пару рекомендаций сказать было бы не лишним. Я немного поддавил Делич, Рамич казался на какой-то период времени чуть
на полу, ну так, просто коснулся перчаткой, ну и продолжает прессинговать Ясмин в соответствии с тем, что ему наиболее комфортно делать. По корпусу. Another cracking low kick that time. I think he's got to stick with that. Stick with that strategy. Attack the legs. Ramic has really been attacking very, very well with those low kicks. And those things will add up over the course of a... Несколько ударов подряд. Коленом хорошо, кстати, попал. Еще раз так же. Да, отличная концовка в исполнении Ясмина. Итак, заключительный третий раунд. Селир Делич против Ясмина Рамича. И Рамич-то, на мой взгляд, несмотря на то, что меньше попадает, меньше ущерба, ну, вернее, как меньше попадает точно. То есть он просто забрасывает соперника ударами там куда-нибудь по цели. И уже ему нормально. Меньше ущерба наносит. Причем я не сравниваю его с Селиром, то есть я просто, ну, в принципе, ущерб невысокий от Ясмина Рамича. Но постоянное движение вперед, постоянная агрессия, постоянная работа на соперника, нависание на нем, оно так или иначе определенную картину в глазах судей, я думаю, формирует. Делич, кстати, несмотря на свои 44 победных боя, как-то, ну, довольно бледно, если честно, смотрится здесь в этом поединке. Размен лоу-киками. Didn't quite come off as well as he'd hoped. Убрал сейчас бедра Селир Делич от лоу-кика, но, правда, тут же вошел на сближение с соперником. That one taken across the arms, but it surprised him. Ух ты, коленом в голову, причем опасно очень, но очень интересно уходил Ясмин, так как раз с движением на это колено получилось, что у него такой нырок от удара коленом произошел, то есть такого вообще очень нечасто встретишь. Я лично вижу такой первый раз. Ну и, кстати, Селир-то тактику сменил. Теперь он уже пытается напрыгивать на соперника, налетать на него, не давая возможности Ясмину проводить вот эти свои сумбурные, но тем не менее многоударные серии. Подсек, на полу оказался Рамич. And again, he's kind of turning his back on his opponent. He needs to be careful of that too. Referee sees that too many times. Could be cause for a loss of a point. Getting very low. Да, здесь как-то не довел удар Рамич до конца. Но, с другой стороны, 20 с небольшим секунд остается до окончания третьего раунда. Хотя здесь вот я не удивлюсь, если назначат и четвертый также, потому что бой относительно близкий получается.
End of the fight. This one goes to the scorecards. Организаторы, ну и как мы видим, что все-таки есть пустые места, потому что на родине Кей, там в Прибалтике обычно пустых мест мало и залы довольно большие собираются, но здесь в Боснии и Герцеговине пока еще публика не приучена, по всей видимости, ходить на бойцовские турниры и пока еще не знает, что такое KVK. Опять-таки напомню, что KVK здесь устраивает первое событие в своей истории. Поэтому, собственно говоря, и площадка небольшая, и людей не так уж и много. Ну, кстати, вот еще, если обратиться к турнирам KVK в Румынии, то там вообще тоже свободных мест практически не встречается. Падение обоих спортсменов на настил ринга. Но не критичное. Но и здесь, мне кажется, что вот таких вот остановок будет довольно много. В четвертом раунде вот пытается завязаться Селир Делич с соперником в клинче, его немного остановив Рамич, соответственно, в свою очередь, продолжает делать примерно то же самое, что делал на протяжении всех трех раундов. Ну а Селир, он же вроде бы нащупал свой ритм боя, вообще свой рисунок, наконец-таки понял, как надо выстраивать рисунок боя. В третьем раунде, почему он не делает того же самого в четвертом? Странно, ну, вполне возможно, что устал и уже не рассчитывал на дополнительную трехминутку. Но, тем не менее, у него же все, на мой взгляд, неплохо складывалось. В третьем раунде во многом, наверное, благодаря которому он и вышел на экстра. He really unloads with some knees. And this time it's Delich with his back turn. Catches him with a left hand on the way in. That time Delich almost gave him a taste of his own medicine as we're inside a minute now remaining in this fourth round, an extra round here between these two. It has not been pretty thus far. Ну, вот набегает, причем так издалека очень набегает Ясмин Рамич, то есть ну, просто даже без подготовки. Главное добежать до соперника, там в надежде, что хотя бы один удар, да и пройдет. Экс-кик, так называемый, рубящий удар ногой сверху, причем красиво смотрится, но мало толку в нем. То есть базово там, в карате с восточных единоборств он... Ух ты, кстати, сейчас жестко-то пробил коленом и заставил согнуться Селира Ясмин, поджал его в углу. Совсем мало времени остается до окончания четвертого раунда. Так вот, закончу мысль про X-Kick. Он позиционировался как удар, который ломает ключицу сопернику.
Но, честно сказать, сколько боев я не смотрел, сколько не откомментировал, пока ни в одном из них я не видел, чтобы просто хотя бы до цели этот удар дошел. То есть, ну, так вот, махнул. Одно время, кстати, Анастасия Янькова на заре своей карьеры очень любила его использовать, когда в W5 выступала. Потом мы как-то с ней пообщались, она говорит, ну, я прекрасно понимаю, что это такой удар, чтобы отогнать соперника от себя, ну, и судей и зрителей порадовать красивой техникой. Но не более, то есть таким ударом, в общем-то, ущерба не нанесешь. Между тем, у нас закончен и четвертый раунд. Не сказать, что он получился экстра зрелищным и каким-то экстра напряженным, но главное, что по его результатам вынесется вердикт, и мы сейчас его услышим. Сейчас его услышим. Очень удивленно, кстати, огляделся по сторонам.